Hey, ребят, всем привет, с вами Джесси, и сегодня бы хотел ввести новую тему на канал, это Clash Royale. Я думаю, эта тема зайдет и найдет своего зрителя, так как у меня нет третьего, ни седьмого левела, да и не 2000 кубков, а куда больше. На сегодняшний момент пока нет конкретных дат, когда планирую выкладывать видео. Буду смотреть, как воспримут эту тему зрителей, и уже дальше буду решать. Также хотелось бы добавить, что провожу турнир завтра, то есть в субботу. Это где-то будет 18 часов по московскому времени. Как для первого раза, турнир будет на 50 человек. Пароли я оставлю в комментариях под этим видео. Ну а я закончу сегодняшнее ознакомительное видео повтором против игрока, который мне попался в большом испытании. Я думаю, его многие знают. Это Деспер. Ну а что дальше будет, вы сами увидите. Итак, я играю Хогом и Мортирой, а противник мой, то есть Деспер, играет Шариком и Гончей. Я думаю, колоду с шариками гончей многие видели. А вот то, что Мортира, Хог, Торнадо и всякое такое, такую колоду еще мало кто использовал на момент записи видео. И только один корейский ютубер, у которого я и взял эту колоду, и использовал. Итак, я вот шариком добиваю надгробие. Я планирую через правый бок пойти. Но тут шарик помешал мне, и еще и кривая Мортира поставлена. То есть шарик сделает сейчас несколько ударов. Кстати, мушкетер сделал два выстрела по башне. И шарик вот тоже два выстрела сделал. Мой зап не помог. Он еще и посмертный сделал выстрел. То я пока что в большом проигрыше. Итак, я готовлюсь выпускать из голема и Хога. Противник снова ставит надгробие. Сейчас скелетик среагирует на голема. Я зап уже не трачу. То есть Хог сделал выстрел. Уже хорошо. И сейчас этих мук добью фаер мушкетером. Итак, противник мой выпускаю гончую. И потом уже будет шариком пробовать через левый бок. Итак, я мортиру поставил, но он успел айс голема поставить. Но мушкетер так уже нехило навалял башню. Сделал выстрел в 5, я думаю, точно. Так, ну то есть осталась одна гончая. Он сейчас ждет эликсир и выпускает шарик. Я сейчас вот выпустил торнадо, но оно как-то не особо зашло, потому что это еще мои первые только бои с торнадо, и еще не привык к нему. Итак, шарик тоже сделал. Да, он сделал, по-моему, два выстрела. И еще и посмертный. Итак, ну я вот принципиально иду на одну башню, а Деспер пробует две сразу. Так, еще Хог сделал удар. Нет, второй уже не успел. Сейчас это все мушкетером буду контрить. Итак, и мега-муха, и шарик снова пошел на вторую половину. Я его отвлек мортирой. И мушкетер на него среагировал. И пока что... Да, он не успел уже никуда долететь. Даже никакой урон никому не нанес. Мега-муха тоже. Так, я сейчас планирую выпустить Хога. Мушкетер расправляется со скелетиками. Он фаерболом добил мушкетера почти и голема. Я тоже кинул фаербол наперед, но, к сожалению, неудачно. Так, все, башня добита его. Он сейчас снова выпускает шарик. Я айс голема зачем-то кинул. Ставлю мортиру в центр. И он задел фаерболом и муху, и мортиру. Ну, зато шарик его не долетает к башне. Я кинул еще зачем-то мушкетера. Ну, вот, собственно, и все. Хога просто для отвлечения мух. Так что, вот так закончился бой. Напоследок хотелось бы сказать, что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь это мотивирует снимать новые видео о Clash Royale. Ну а так, с вами был Джесси. Всем удачи, всем пока.